книжка. Сегодня, здесь и сейчас, в кругу самых близких и дорогих нам людей, я выхожу за тебя, за мужчину, которого я люблю, за своего лучшего друга, который когда-либо у меня был. Главный мужчина сегодняшнего вечера, наш жених Михаил, встречайте! Самыми теплыми аплодисментами встретьте ту самую девушку, о которой был этот рассказ. Наша невеста Анюся. Я благодарю тебя за поддержку моих идей, даже если они безумны и опрометчивы. За танцы на кухне, даже когда ты устал. Мы так долго шли к этому дню. Я хочу узнать, как изменится твое ворчание, когда ты будешь старым дедом. Мой дом там, где ты. Ты моя опора и семья. А сегодня ты еще и стал моим мужем. Спасибо тебе за нас. Я тебя очень люблю. Хочу сказать тебе, что ты самое прекрасное, что могло произойти со мной. Я очень сильно люблю твои приходы мимолетной дурости. Жалко, что ты не всегда можешь вовремя остановиться. Ты всегда будешь моим маленьким чудом, несмотря на все наши разногласия. Я очень сильно тебя люблю. Не реви, дальше не будет спасения.